Дорогие земляки, уважаемые улан-удэнцы, от всей души поздравляю вас с Днем города. Столице Республики Бурятия исполняется 356 лет. Этот добрый и светлый праздник объединяет всех, кто родился в Улан-Удэ, всех, кто связал с ним свою жизнь, для кого он стал родным и любимым. Главное богатство Улан-Удэ – это все мы, его жители. Успехи и достижения нашего города – это успехи каждого из нас. Улан-Удэ динамично развивается, но при этом сохраняет свою уникальную культуру, историю, традиции. В этом заслуга каждого улан-удэнца, каждого, кто дарит городу свой труд, любовь и заботу. Каждого, кто верит в его успешное будущее и вносит свой вклад в его развитие. Нам еще многое предстоит сделать. И сегодня от нашего единства и стремления сделать город лучше зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра. Желаю всем мира, добра и благополучия. Пусть каждый здесь будет счастлив, успешен и любим. Пусть процветает наш любимый Улан-Удэ. Вместе мы сделаем наш город еще краше, лучше и интереснее. С праздником, улан-удэнцы! С днем рождения, Улан-Удэ!